Впереди нас ждет праздник 23 февраля. Мы хотим выяснить, что же выберут в качестве поздравления женщины и девушки Ульяновской области. Банальные носки и пену для бритья или же нестандартные способы поздравления? Всех своих мужчин я обязательно поздравлю. Относюсь очень замечательно, потому что я считаю, что это все-таки праздник военных. Что собираюсь дарить? Я еще, если честно, не придумала. Носки или бритву? Ну, я хочу что-нибудь нестандартное. Что-то типа кошелька, часов, вот. Но мне сказали то, что ему уже собирается кто-то это дарить, вот. Поэтому пока думаю. Праздник я отношусь хорошо. Дарить будем подарки. А какие, если не секрет? Ну, самые мужские. Нестандартный, может? Коньяк, торт и праздник. А как праздновать собираетесь? Ой, как праздновать собираемся? Ну, наверное, сходим в город. Посмотрим, как там празднуют, на площадь, к памятнику. Всех мужчин поздравляю с праздником защитников Отечества. А подарки, ну, мужчинам я сын, зять, два внука. Выбираю подарки. Ну вот, не знаю, пока еще. Думаю, да, что, вот, что подарить. У нас уже нет таких близких родственников мужчин, чтобы мы дарили. Ну, за праздник мы всегда. Всех поздравляем. Дома, в кругу семьи. А подарки? Может, и, конечно, есть. Ага. Слушайте, вот еще подарок-то не прикупила, но... Может, в планах? В планах? Я думаю, что супругу своему я подарю что-нибудь полезное, какие-то инструменты. Ну, в хозяйстве все пригодится. А какое отношение может быть к такому празднику? Только самый положительный, да? Это день однозначно, когда мы должны вспомнить всех, кто наши предки, почти те, кто с нами рядом. Ну и не забывать воспитывать тех, кто будущие защитники. Отношусь очень положительно к этому празднику, потому что это наши мужчины, они наши защитники. И дай Бог им здоровья и сил, и желания защищать нашу Родину. Ну как праздновать? Мужчин своих поздравлю. Ну посидим, тортик съедим. Поздравлять есть кого? Ну подарочки дарю маленькие. А как праздновать будете? Ну я никак, это уж они... куда-то семьями соберутся, попразднуют, а я-то нет, конечно. Ну, парня поздравлю своего отца, и все, в принципе, мы так особо не празднуем. А что собираетесь дарить, если не секрет? Пока не знаю, точно не решила еще. Не знаю. Носки будем дарить. Носки? Да. А как праздновать? Не знаю. Ничего? Вообще ничего, никаких? Ну, папе подарю. А что, если не секрет? Что мама купит? Она просто далеко.